Работает. Мы переехали в Турнали. Я с двумя маленькими, Ириной, да, совсем даже года нету, Анузе. Это трехкомнатная квартира, чуть побольше нам дали. Нас четыре человека. В одной, как в спальне, свиновод, свинарка живет. В другой, пастух с женой, пастух-то коров пасет. Они приходят, это еще летом. Просят меня про корову за корову. Рассказывают. А я с двумя детьми сижу. Ни с кем не разговариваю, что дети мои еще не говорят. Хотела тоже с ними поговорить. Вышла, говорю. Ваша свинья сильная. Ваша корова супоросная. Ваша свинья стильная. Вопрос задаю. Она: супорос. Я еще не понимаю. Теперь, когда мы из района с ней пешком идем, расскажите что-нибудь, говорит Клавдия Петровна. Я говорю. Вот это рассказываю, так хватит, Лидия, я упаду, больше идти не могу, давай сядем. И сел, давай хохотать. Ваша свинья стильная? Ваша корова супоросная. Супорос. Даже ведь не смеялись. Потом папа рассказывает, так корова стильная. Здесь...